Так, друзья, я вас всех приветствую. Запускаю для вас онлайн-ритуал. Это сжечь узлы несчастья, сжечь узлы закрытых ваших жизненных дорог и убрать все преграды жизни, которые у вас существуют на данный момент и на данный этап жизни. Сама ритуальная часть абсолютно короткая. Там даже если 5 минут будет, надо спасибо сказать. Но хоть ритуальная часть короткая, с вас неделю просмотра. У кого нет недели, закрывайте это видео прямо на 30 секунде. Ищите другие. У того, кого эта неделя есть, как говорится, счастливые люди. Итак, когда я называю имя, называете имя, данное от рождения. Делать можно не только себе, но и своим близким. Но вначале сделали себе. Ждете минут 15. И смотрите уже для того человека, кому вы помогаете. Далее, в последний день берете 2-3 монеты, либо 2-3 купюры любого номинала. Идете на перекресток 3 или 4 дорог, бросаете на перекресток со словами «За ритуал». В первый день, если у вас ваши дороги, ваше несчастье, вообще ваше жизненное нынешнее состояние было плохим из-за порчи, вы можете себя плохо чувствовать, поэтому на это внимание не обращайте. Также убирает злые языки одновременно данный ритуал и сплетников и интриганов из вашей жизни. Но здесь больше, знаете, как идет, это побочный эффект ритуала, что плохие сплетники уходят из вашей жизни. Поэтому если пропадут те или иные люди из вашей жизни, внимание не обращать, наоборот, только радоваться. Ладно, лайк все поставили, потому что, напоминаю, лайк и подписка – это минимальная ваша благодарность силам, которые будут вам помогать в данном ритуале. Кстати, по дням вы можете смотреть в разное время. То есть сегодня утром, допустим, завтра вечером, там, либо тогда, когда у вас есть свободное время. Но дни пропускать нельзя. Ладно, все, начинаем. Имя. 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 Имя.
имя? Имя. Шафатлам Эйлам Шатофарат. Шафатлам Эйлам Шатофарат. Эйлам Тофлам Хатофарат. Имя. 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 Скажите аминь. Скажите аминь. Сейчас, когда я задую свечи, каждый представляет, что это не огонь погас, а как все перекрытые дороги погасли, как вся порча, которая была на вас, силу свою потеряла. Но у каждого свое. Най лам ха фарат лам эй шарат йо лам ха то фарит чату им ян син
лам лам хафарат лам эйшрат лам лам йолет чатовим янсин мушейтан янсин унчиндер янсин ум хафарат лам сублейлат лам атофрат лам алев имя тобей лам кетсин. Представляете? Итак, друзья, если у кого-то сейчас пошло состояние какое-то выжженное, либо головные боли, либо ноги начало тянуть, если можете перетерпеть, потерпите. Если нет, откройте кран, подставьте две ладошки под проточную воду. Напоминаю, дни пропускать нельзя, более подробная вся информация будет в первом комментарии. И теперь бонус для тех, кто реально досмотрел до конца и не закрыл. Первых 150 человек, кто напишет свое имя в комментариях, когда я сейчас буду придавать этой земле, то назову также ваше имя. Но опять-таки повторяю, если вы не попадете в эти 150 человек, ничего страшного, если вы сделаете ритуал по правилам, он у вас сработает. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи!